во всей республике поздравляют всех женщин, мам, бабушек, жен, детей с этим знаменательным праздником. Мы, конечно, рады поздравить, чтобы наши яблоки покупались нашими производителями и вылаживались на прилавок и радовали глаз. У нас выращиваются такие яблоки, как Лигал, Глостер. На данный момент у нас в хранилище еще есть Лигал, Айдарет, Флорена и Голден Делишес. Это зеленое яблоко, которое идет маленьким деткам. Оно сладенькое, вкусненькое. Мария Петровна, весна уже пришла в ваш производственный сад? Да, у нас на Брешине уже весна пришла, и весна уже давно пришла. У нас полным ходом идет обрезка. Сейчас мы уже посматриваем на календарь и думаем, уже нам надо начинать обработки.